Это поправимо. Поехали. Лагерь Коупленда. Это Сент-Джон. Все в порядке. Радиовышка зачищена, связь восстановлена. Хорошо. Понимаешь, Сент-Джон, радио «Свободный Орегон» — единственное, что не дает нам окончательно одичать. Нет, Коуп. Единственное, что не дает нам одичать, это запас еды на 3 дня. Попробуй 3 суток не жрать. Поверь, голодных патриотов не бывает. Что ж... Я надеюсь, что это не так. Конец связи. Радио «Свободный Орегон». Господи, что я наделал? Давай, давай, давай! Это радио Есть. «Свободный Орегон». Правда освобождает. Кто помнит, как выглядят американские трущобы? Люди живут на улицах, в коробках и палатках, потому что не осилили американскую мечту. Некоторые из них сражались за эту страну, а потом федералы просто забыли о них, как об отработанном материале. Нет, ребята, никакой это не вьетнамский синдром. Честнее будет сказать, синдром американский. Теперь мы все бездомные. Живем на лоне природы, как наши предки. Федералы думали, что без их подачек нам не прожить. Но мы доказали, что они не правы. Теперь главное для нас — сила воли, решимость и доверие друг к другу. От федералов этого не дождешься. Хотите, чтобы вам доверяли? Это надо заслужить. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно!
Ухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слышал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. На месте разберусь. Отбой. Ухарь, ты был прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Я и собирался. Отбой. Он меня зацепил! Перезайди! Огонь! Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слышал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. На месте разберусь. Отбой. Бухарь, ты был прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Я и собирался. Отбой. Ugh!
Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слышал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. На месте разберусь. Отбой. Бухарь, ты был прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Я и собирался. Отбой. Давай! Глянь, что! Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слышал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. На месте разберусь. Отбой. Бухарь, ты был прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Я и собирался. Отбой. Найди его! Есть уже! Фу, есть. Должно сработать. Найди его! Покажись! Убивать не буду! Бегом! Укрытие!
так! Кажется, там кто-то был. О чем ты вообще? Пригодится. Патронов мало. Ладно. Вот так. Теперь мое. Мне нужно укрытие. На что-то сгодится. Это последний. А не надо лезть на гору Оли. Бухарь, с лагерем бродяг, все. Больше они никого не убьют на горе Олири. Ладно. Дик. Давай. Так о чем была речь? Ладно. Дик. Я должен был помочь, в смысле. Черт. Ты
Отдыхай, Бухарь, отдыхай. Как рука заживет, двинем на север. Понял? Да, да, понял. Отбой. Металл нужен. Ты наружу? Да, поеду к кладбищу. Попробую отыскать тайник Леона. Не понял, что ты сказал? Ты отдыхай, Бухарь. Как только оклемаешься, двинем на север. На север. Это я возьму. Нет. Ты же знаешь, без тебя я на север не уеду. Да, да, да. Я просто тупо соображаю. Такое бывает при ожогах третьей степени. Да. Позаботься об Альваресе. Дик, для меня это важно. Я позабочусь о ней. А ты отдыхай. Конец связи. Да, не-не, надо оставить байк здесь, Дик. А не то вся орава на тебя набросится. Дик, черт, знаешь, меня задолбало, что в лагерь приходят намады и убивают моих людей, как будто мы водище. Что у вас, Коуп? Явился какой-то тип, наркоман Кочер. Устроил тут пальбу и просто свалил. Мэнни сказал, что у него был байк с красным бензобаком и шлем такой, серебристый. Ладно, сейчас попытаюсь его догнать. Он нужен мне живым, Дик. О чем была речь? Он
нужен мне живым, Дик. Живым? Живым. Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Пора показать мерзавцам-номадам, что в этом лагере есть закон и порядок. Без обид, я не о тебе. Какие обиды? Я его... Бухарь, не надо. Ну, не лезь на рожон, а? Приди в себя сначала. Слушай, я все равно рядом. Я сам зачищу гнезда, ладно? Да, ладно. Спасибо, Дик. Не, Дик, подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Или займись ими, пока светло. Их будет больше, но они не такие сильные.
Подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Или займись ими, пока светло. Их будет больше, но они не такие сильные. Склад. Ага, мирный, уютный, словно дом родной. Дик, черт, знаешь, меня задолбало, что в лагерь приходят намады. Ugh!
подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Или займись ими, пока светло. Их будет больше, но они не такие сильные.
знаешь, меня задолбало, что в лагерь приходят намады и убивают моих людей, как будто мы водище. Что у вас, Коуп? Явился какой-то тип, наркоман конченый, устроил тут пальбу и просто свалил. Мэнни сказал, что у него был байк с красным бензобаком и шлем такой, серебристый. Ладно, сейчас попытаюсь его догнать. Это мне нужно. Ладно, сейчас попытаюсь его догнать. Он нужен мне живым, Дик. Живым? Живым. Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Пора показать мерзавцам-намадам, что в этом лагере есть закон и порядок. Без обид, я не о тебе. Какие обиды? Я его найду.